Напомню, что реестровое войско Запорожское – это то войско, которое находилось на службе у короля Речи Посполитой, получало за это жалование и очень серьезные привилегии. Оно не платило налоги и было свободно от юрисдикции любых судов Речи Посполитой, за исключением суда самого гетмана и казацких структур. Это такая вот военная элита, которая была сформирована в Речи Посполитой и играла уже очень серьезную роль в ее истории.